Привитос, амигос! Снова вы, я и раритетно редкая рубрика «Ваши игры». Кто-то кинул в заявке игру «Cell», то есть «Пила». «Cell of the Game» так она и называется. Я сейчас удивился, что я практически ничего не помню о том, чтобы такая игра вообще выходила, между тем, что фильмы «Пилы» я пересмотрел все, и большинство из них, в принципе, годны, и уж такую игру я не должен был пропустить никак. Но посмотрел, кто ее разработчик, и все встало, в принципе, на свои места. Дело в том, что это игра от Zombie Studios, а от компании, которая наладила выпуск трэша примерно с начала 90-х годов. Выпускала шутеры Space Ops, как я понимаю, на плойке. Я только на плойке их видел, и это было жуткое говно. Интересно было только выбирать из арсенала пушку себе перед каждой миссией. Сами же миссии представляли из себя дикий кал. Закончила эта компания тоже бесславно. В прошлом году она объявила себя банкротом и закрылась, напоследок пукнув в вечность такой игрой, как Daylight. По-моему, Daylight. Там, где в психушке ты с телефоном ходишь по случайным локациям, однообразным коридорам, и это типа хоррор. Короче говоря, говнище редкое. В моем топе худших игр 2014 года она заняла, по-моему, третье место. Редкостная параша. Я, по-моему, тогда даже пожелал разработчикам умереть с протянутой рукой на паперти, настолько это была убогая игра, и в итоге компания разорилась, боже, я их сглазил. Ну давайте посмотрим, на что были способны эти ребята в 2009 году, когда они сделали «Пилу». Да-да, новое сохранение, абсолютно. Я не буду выбирать безумие, потому что нахрен в этой рубрике никакого пукана подгорания быть не должно. Кстати, на титульном экране было 50 FPS, сейчас «Пила» крутится с 30 кадрами. Коляска едет тоже с 30 кадрами. Господи. Да, с оптимизацией, насколько я помню, у этого разработчика тоже были ядреные проблемы. Им бы Armored Warfare делать. Там тоже такие же люди в Обдрисиан сидят, которые слово оптимизация-то и не слышали никогда. Понятно, что ж. Сука. 45-47 FPS. Да, при такой-то графике, господи. Да это ж Telltale Games, блин, на такой же графике игры делает, только они почему-то не лагают. Здравствуйте, детектив Депп. Я хочу сыграть с вами. Господи, как тихо он говорит, и субтитры писали муравьи, а в очередной раз хотя бы капсом бы написали. Вы злоупотребляете всеми средствами, рушите чужие судьбы в поисках истины. Вы потеряли свою семью, свою должность и даже жизнь вашего напарника, детектива Синга. Вы потеряли здоровье. Его отняла пулевая рана у вас в груди. Что-то не понял, что Пила так разговаривал. Его отняла пулевая рана. Знаю, кто такой детектив Синг? Я затрудняюсь сказать, после какой части фильма вышла эта игра и о событиях... О каких именно событиях здесь речь пойдет? Вот что случится, если вы проиграете. Р1, разорви ебало, пожалуйста. Меня, или сидите спокойно и дайте ему разорвать вас. Выбор за вами. Выбор за вами, попытайтесь спастись или... Фу, блядь. Я чё-то не врубаюсь, в чем тут испытание. Какой стик нужно крутить, левый или правый? Левый. Левый стик. Левый стик. Быстрее левый стик. Благо, что на уровне с Афродиточкой в God of War я научился телебонькать левый стинг. И... Чё за говно-то? Не работает? А, блядь, там мигает! Улыбочку, улыбочку! Мазафака, сука! Чё-то типа из этой серии. Бля, лагает игра, это пипец. Игра 2009 года лагает. Я поздно заметил, что там мигает говно, которое надо нажать. Я думал, что это цифры какие-то. Я смотрел, правильно ли крутится ли механизм. Что надо всегда нажимать? А, надо вверх-вниз. На самом деле, где в конце вверх-вниз, надо было просто продолжать вращать стик. Я не стану играть в твои игры ни за что! Нет, ты будешь играть в его игры. Вся суть фильмов и кино. Да, вот графен, ну, конечно, 50 FPS на видеокарте, которой в то время даже не было, извините. Так, тут надо собрать какие-то цифры, видимо, из кусочков, которые нарисованы на зеркале. И... Ну, я уже вижу, что это 3,7, а здесь четверка. 4,3,7, что ли? Я не знаю, с какого угла надо подойти, чтобы состыковать вот это дерьмо в цифры. Вот так, что ли? Вот троечка получилась, а вот семерочка. Вот, ну, хер его знает.
В общем, 4.3.7, как ни крути, это причем видно даже, это видно даже, смотрите, даже в зеркало не надо смотреть, вот просто видно, что это четверка, это тройка или восьмерка, это, ну, либо 1, либо 7, ну, хер его знает, ладно. А, 4, 3, 7, и это уже не на время, это уже не часть игры, как бы, ну, в смысле, не часть этого раунда. Найдите следующую подсказку конструктора. О. И что мы видим на этом черно-белом телевизоре? Радуга, мы видим стулья и телевизор, и что? Видимо, там... А, это та, где я только что был, что? Да, это тот туалет, где я только что сидел, понятно. Типа он тут стоял и смотрел. И только что только отсюда ушел, как я понимаю. Что ты наделал? Нет, причем то, что я черный, не делает меня виновным, блять, абсолютно в любой хуйне. Сообща. То есть я буду сейчас все делать, а он смотреть. Вы должны найти предмет в туалете. И зашквариться, потому что я там спрятал ключ, а сверху насрал. Давай, петух. А, шприцы, шприцы. Ну, шприцы это из второй части фильма. Там была наркоманка, которую заставили залезть. Ну, там до хера прям шприцов было. Не просто унитаз, там целая комната была. Да пусть взрывается, кому нужен. Поторопиться. Поторопись-ка. Целых у нас есть полторы минуты. Мужик в черном? Или черный мужик? В унитазе полно шприцов, поройтесь в нем, найдите предохранитель, пока не потеряет сознание от боли, затем сознание от боли, господи. Почему эти шприцы плавают в унитазе, интересно? Ну, блядь, оно само пришло мне в руку, в общем-то. Шприцы, надеюсь, хоть не спидозные какие-нибудь, а то они какие-то желтые, подозрительные. Так, ну у нас еще есть время, чувак, давай поговорим о том, сколько комнат в твоей квартире, на кого она оформлена, как насчет завещаницы. Отпиши мне хоть что-нибудь. Я же черный. Давай, мы должны помогать друг другу. Когда-то мой народ помогал вам на плантациях. Ну, как сказать, помогал. 400 лет помогал, пока белые не додумались изобрести гребаный трактор. И поскольку трактор черному не доверили, они стали собирать сахарный тростник сами. Наверное. Что ж, это было второе испытание. Все, готово. Ты босиком? Поэтому стеклу идти будет больно. Они забрали свои мои ботинки? Свои ботинки? Я тебе жизнь спас, сволочь, блядь. Ботинки он мне не даст. Да, в натуре. Он забрал мои... Наверное, я был в охуенном Адидасе. Было грех не снять его с моих черных копыт. Тут тепло, смотри, давай погреем. А то ноги отмерзнут, ампутировать придется. Так, там туда мне не надо, там вроде взрывчатка висит, насколько я понял, больше ничего нету, да? Не. Почему-то этот чел дверь, что ли, за собой запер? Почему она заперта, если он только что вышел? Шприц. Угу. Там только что дохуя шприцов было. Нажмите удержите, чтобы поправить здоровье, введя подкожную инъекцию. Подкожную? Не внутримышечную? Да что, манту себе поставить, что ли? А, чем дольше будете держать, тем больше здоровья восстановится. То есть шприц не одноразовый, да, получается? Ой, лагает, бля, говно мамонта. Что, включить источник света. Каждый источник света уникальный. Сейчас у меня уникальная зажигалка. У меня забрали ботинки, но оставили мне зажигалку. Есть намек типа на хоррор, кто-то бегает. Блядь, еще больше лагать начало. Я только что 38 FPS увидел. Крысы съели бомжа. Суровые американские крысы съели бомжа и опрокинули какие-то трубы металлические. Ключ. У копа у какого-то черного. Я так понимаю, черный коп это я? Ничего же не видно. Вау. Вот так должны были снимать человека в железной маске с Ди Каприо. Кстати, это сейчас Ленчик считается годным актером, который не снимается во всяком говне. А тогда, в далекие времена, когда только вышел фильм «Титаник», «Человек в железной маске», «Быстрые и мертвые», «Дневники баскетболиста», среди пацанов на районе Ленчик слыл редкостным пидоресом. Ну, прям бесил он всех. Ну, потому что он телкам нравился. Ха-ха-ха. Лень, ох, что это Леня. До тех пор, пока мне приходится бороться за нее.
А если от этот колыбели к могиле ожидаешь, что мир даст им все нужное, я демонстрирую им возможную смерть и жертвы, на которые нужно пойти ради выживания. Посмотрим, на какие жертвы пойдете вы, когда придет время. Нифига, какой ты философ, я тоже так могу. Жизнь — это затяжной прыжок из пизды в могилу, я лишь делаю дырки в ваших парашютах. А это что такое? Will you appreciate your life? Самое забавное, что из этих слов я знаю только will you и your life. А что такое appreciate, вообще не понимаю. Видимо, насколько ты ценишь свою жизнь, что-нибудь, наверное, из этой оперы. Appreciate. Знакомое слово, по-моему, они по радио это говорят. Mayday, mayday, appreciate, appreciate. Потрачено. О, свинья из Мэнхэнта, смотрите. Это дом свинки. Да, мусор, конечно, выполнен такой текстурой конченой, что, блядь, когда я на него смотрю, я удивляюсь, почему у меня 46 FPS. Я понимаю, почему этот чувак кинул мне заявку на эту игру, потому что сам он, наверное, поиграть в нее не может, потому что, блядь, еще такой компьютер не придумали, который эту игру потянет. Памятка Уайтхерста. Начато строительство лечебницы Уайтхерст для душевнобольных. Наконец-то, я до тошноты повторял ее персоналу, что считаю, что она устоит. Думаю, здесь все у нас по-другому, мы сможем изменить жизнь людей. Благодаря каждому из вас, блядь, такое ощущение, судя по фильмам и всяким, я не знаю, ужасным играм, каждая психушка в Америке — это просто пиздец, какой дом боли и филиал ада на земле. Рассадник ебанутых и маньяков. О, телочка, смотрите. У нее там что, роды принимают? Помогите, умоляю. Помогу. Я же черный коп. Черный коп, только свистни, он появится. Черный коп. Он уже здесь. Черный коп. С любой задачей сразу справится. Черный коп. У него большой елдак. Скоро здесь будет детектив Дэм. Это первая жертва его одержимости. Он должен слышать ее, но она не в себе. Дэм знает правила. Он знает, что случится с ней, если вовремя ее не освободить. Спрячьте ключ от ее камеры и посмотрим, сумеет ли Дэм защищать свидетелей. Дэм, это... Это было задачей для вот этого бомжа, у которого какое-то лезвие к руке примотано, не знаю зачем. Ему поручили спрятать ключ, после чего он почему-то умер. Лечебница для душевнобольных открыта для пациентов самым тревожным воспоминанием. Бля, какая нахуй разница? Все равно он заброшен уже 300 лет. Что ты делаешь? А это не тот уебан, Стиру, которого я спас? Роль в игре? Ничего личного. Роль в игре? На твоем месте, что-нибудь поскорее бы схватил. Надо было дать тебе сдохнуть, говно ебаное. Ну ты пидор. А, лечебница Уайлдхёрст, видимо, до сих пор ой, не то. До сих пор действующая. Потому что вот это явный псих. Удержите ЛТ, чтобы принять боевую стойку. Нажмите А для выполнения обычной атаки, для выполнения мощной атаки. Блокируйте. Блять, как он долго блок ставит. Я ж заблокировал. Контратака. Оу. Один из нас не встанет. Это ты виноват. Блять, ну и боевка, это ебать, ну и физика. Пиздец. Я ничего тут... Блять, блоки вообще не помогают. Пиздец, он мне ебало бьет. Я не успеваю его ударить. О, успел, надо же. Втащил ему по ребрам. Блять, боевка просто, мое почтение. Ебать такое говно. Вы видели эту скорость? Это выглядело как, блять, дырака, блять, я не знаю, ДЦПшников каких-то. О. Ну что ж, он обещание сделал, ты свободен. Ты свободен. А чувак совсем голову потерял, да? Так, надо полечиться, надо подержать шприц, чтоб... Еее. Так, ну, нигеру нужны ботинки. Как насчет раздеть вот этого? Нет, у него был ключ. Он пиздил меня, спрашивал, где ключ, при этом ключ был у него. Ох уж эти психи, боже мой. Многие из вас интересно, как отсюда убежать. Ответ прост. Найдите детектива Дэвида Тэпа, я спрятал ключ в его теле. Это единственный шанс на побег, сделать то, что должен, что делать. Вот почему они всем хотят дать мне пиздюлей. У меня ключ где-то спрятан. Наверное, он вставил мне его в задницу, пока я спал. Казалось бы, куда еще?
Где еще негр мог... В других местах Нига почувствовал бы ключ, наверное. Да и в заднице тоже. Может, там брелок обтекаемой формы. Хер его знает. Двери с дробовиками. Конструктор установил. Где он взял столько дробовиков? Да-да, быстро нажмите нужную кнопку. Прикольный интерфейс, конечно, если бы это дерьмо не лагало. Взять бинты. Взять бинты. Взять бинты. Нельзя взять бинты. Хорошо. Почему-то он их не берет, придурок. Блять, 35 FPS. Ёб твою мать. Я надеюсь, запись этого говна лагать не будет. Он так похож на главного героя из первой части «Ходящих мертвецов» от Telltale. Так, вот он вспомнил, что ключ ему упаковали под ребра. Видимо, архитектор ко всему еще и хирург от бога. Вынул пулю. Детектив наркоза не заметил и дергается под скальпелем. Гвоздь. Видимо, я ржавым гвоздем сейчас буду у себя ключ выковыривать. Tap is the key to your survival. Ну, там еще швы, наверное, какие-то должны быть, нет? Вас ранило, я попросил кого защитить. Попросил кое-кого зашить рану. Так что жить вы будете. Значит, у него здесь есть сообщники. Интересно, ключ он хоть стерильный зашил или какой-нибудь ржавый триперный? Вот сейчас я не успел прочитать, что это было. Но это, блядь, головоломочка, понятно. Блядь, как стиком неудобно переключаться. Та-дам! Ну, это было изи. Там еще и холодно, потому что Нига дышит паром. Спасите женщину в хирургической. Не открыть. Че нихуя? Блядь, а у него-то в чем была суть задания, если он в куче проволоки сидел? Почему у него ботинки не сняли? Я че, один такой, кому ботинки не положены? Ну да, я ж черный. Я других шоколадок что-то здесь не вижу. Блять, так бесит, что текст в этой игре появляется на узенькой, на какой-то полоске, уже чем стринги на жопе стриптизерши. Я не знаю, почему было не вывести страницу с текстом на весь экран, один хуй игра стоит на паузе. Такое ощущение, что старались сделать максимально неудобным чтение этой херни. Сделали настоящую ебалу. Меня зовут Роза, мне 8 лет. Мама говорит, что у меня полиомиелит, это плохо. Мне хуже, чем дяде Джеку, который бухает. Ходить, что там, аппарат, железно легкая. Мистера говорит, я раз в день будет записывать то, что я говорю, чтобы мой дневник не забыл, кто я такая. Она мой единственный друг. Нахуй я это читаю, вообще непонятно. Одно дело, когда в игре сюжетный текст, другое дело, когда бесполезно. Аппарат искусственного дыхания? Нихуя себе. Через жопу, что ли, дыхание? Зачем он такой? Это больше похоже на капсулу для шизофреников, чтобы они побыли наедине с самими собой и подумали над своим поведением. Я что-то, сути, барокамера какая-то, что ли? Что это? Причем тут искусственное дыхание? Тут хирургия для 4 человек одновременно, что ли? Видимо, тут хирург от бога работал. 4 руки Джо. Открыть. Если бы я игру сделал, тут бы на меня кто-нибудь напал, потому что тут нихуя нету. Я вообще не знаю, зачем тогда вообще в этот сортир существует какой-то вход. Кто-то орал. Оп! Блять, успел. Ключ к выживанию находится внутри. Внутри чего? Меня? Так мне нечем, блять, достать его. Пердохранитель надо. Ага. Некоторые из вас заметили, что в отдельных местах стены начинают прогибаться, тогда как другие стены начали... Да-да-да-да-да. Короче, надо ударить. Да, я так и понял. Блять. Причем, когда я бью по стене, моя труба не ломается. Она ломается только об людей. Потому что у людей железная воля, видимо, и они прочнее стен. Я не знаю.
как они зашли и спрятали здесь этот предохранитель, не сломав при этом стену, учитывая, что дверь там заблокирована, непонятно. Ну ладно. Написали, что ключ внутри, но при этом предохранитель лежал почему-то здесь. Закрыть дверь, ну давай. Здесь 4 тела, готовые к вскрытию. А, ключ в теле. А вам не кажется, что глупо было повторять этот ход прям 2 раза подряд? А что такое? Один ключ у детектива в теле, второй у трупа в теле. Зачем? Какой смысл, если все, блядь, одинаковое? Блядь. Ну прям в 2 раза подряд повторили один и тот же сюжетный ход, бред собачий. Блять, это даже хуже, чем генераторы в Dead by Daylight разблокировать. У Эй Фалкнера мой ключ. Надо ему, наверное, гвоздем расковырять. Что? Бирка на пальце ноги. Марвин Джонсон. Они все одинаковое телосложение, одинакового роста. Том Робинсон. А вот скальпель, который сломается, если распилить не того. Вот наш. Скоро здесь будет детектив. Боль. А, он там еще и, блядь, еще и проволоку. Но, бля, проволока не так великолепна, как вот эта графика, с которой появилась на теле кровь, это пиздец. В Думе в первом, блядь, она более реалистичная была. Такое стримоебище, я такого я не видел вообще. Я не могла. Конечно, могла, но ты позволила своей зависимости одолеть тебя снова. Видимо, здесь та наркоманка из второй части. Вторая часть пилы, которая... его помощница, которая... Ну, блять, ладно, спойлеры. Ну, вы поняли. Да, я думаю, вторую часть пилы-то все смотрели. Я хуй знает, с какого острова надо быть туземцем, чтобы пилу не видеть. Некоторые двери можно запереть на засов. Да нахуй нужно. У меня есть труба, и я черный, блять. Кто будет на меня нападать? Только белый полицейский с пистолетом. Абсолютно. Майн Халливей. Вестибюль. О, а вон еще один ебанарик. Но ему надо пройти по доске, как я понимаю, чтобы дать мне пиздюлей. В чугунном шлеме, как мы видим, это непосильная задача, особенно если ты ебанутый. Так, подождите. Двигайтесь вперед левым стиком, пройдите эти места для балансировки и перемещайте правый стик. Хорошо, что я играю на геймпаде, потому что резкие движения камеры снижают FPS вообще пиздецки. А здесь вот сейчас 39 показывает. Я думал, 39 только температура бывает. Да, он так наклонился, что должен был уебаться в ту же секунду вниз. Не знаю, как он прошел. О! Что это было? Судя по экранам, здесь, блядь, загадка от загадочника из Бэтмена, а не от пилы. Freedom, свобода. А-а-а! Свобода — это иллюзия. Иллюзия свободы. Приходит время грустных дум. Так, или как там пилось? Открытие дверь. Открыть дверь. Опять нужен какой-то ключ, как, блять, у меня от бабушкиного, сука, серванта, нахуй, с вот этой резной ручкой. В 90-х была такая хуйня. Опять надо ключ найти. Он, блин, предлагает мне спасти кабинет, операционный, хирургический аудитория. А здесь что? Бинты? Почему он не берет бинты? Блять, заебало. Эти баги. Вот очередная, видимо, ловушка. Ловушка! Ой! Щиток. Ага. Бля, опять? Шприц! Ну да, тут другого лута, походу, в принципе, не существует. Гвозди и шприцы. Причем зачем мне гвозди, я вообще не понял. Сейчас найду я на свою жопу неприятностей, походу. Ведь сюда идти команды не было. О, ну хуй знает. Пойдем щиток подергаем, может быть, что-нибудь. А, у меня нету какой-то херни для этого, понятно. Интересно, игра длинная или нет? Что-то
Какое-то продвижение незаметное. Ух ты, ёб твою мать. Кому алтарь? Who am, who am I? Не знаю, как это перевести. Кто я? Фамилия закрашена черным. Пациент 825-30 такой-то, такой-то. Дата 14 апреля 98 года. Консультация. Заметка врача. По предварительной оценке закрашена черным. Представляется вежливым мужчиной с глубоким пониманием реальности. Пациент 34 года. Жена в течение 2 лет. Жена на 4 месяце беременности. Отрицает необходимость психологической помощи, но явился на встречу по просьбе жены, настоявшей на посещении из-за беспокойства по поводу растущей склонности к самоизоляции. Ну это, блядь, из фильма все. Пациент демонстрирует высокую степень ясности мышления и очень послушен. Первичные тесты выявили очень высокий коэффициент интеллекта, необычайную способность вспоминать факты. Закрашено черным, гордится своими знаниями. Джон, как его звали, блядь? Джон. Гордится своими знаниями и интеллектом, проявляет потребность находить слабости в других, настаивает на том, что изменение поведения имеет место у его жены, которая перестала его понимать. Пациент вежлив и любезен, заебали это повторять уже, но не уступчив. Похоже, ему нравится давать туманные ответы и запутывать интервьюера. Поведение пациента спокойное и и контролируемое, проявляется безразличие к эмоциям других людей. И общение отсутствует. Да, пошли вы нахуй, это пиздец, сколько текста. Кому надо кино смотреть, хватит хуйню всякую читать. Да, он действительно там был у психолога, но что в этом интересного? Заперто с другой стороны. Сейчас, видимо, будет боевка нехуевая. Там костыль, оружие начало попадаться. Вентилятор сейчас на меня нападет. Или что? К чему это сейчас было? Примем стойку Ван Дамма. Опять. Мне кажется, что эта доска должна была треснуть моментально. Давай, эквилибрист хуев. Голуби, голуби. А, я нашел у вороты. Случайно. Обучения не было, но я их нашел. Так, там нужно слезть. А здесь что? Та-дам! Почему нельзя снять дробовик и с дробовиком ходить и стрелять в психов, не понимаю. Опять бинты, которые не взять. Ну, в очке унитаза он вообще ничего не прятал никогда. По-моему, до этого момента даже обыскивать их нельзя. А ёб твою мать! Ничего, у него кровь из сандалий пошла. Заперто с другой стороны. И грёбаные стекла, блядь. Поналожили где надо и где не надо. Надеюсь, что мне драться с двумя не придется, потому что я не затащу. Ёб твою мать. Почти пришел освободить тебя. Он быстрее, чем я ожидал. Ты? Вот. Тот коп, что гонялся за тобой, допрашивал меня? Ну почему? И теперь он в мешке, да? Встретиться со своей одержимостью и сделать выбор. От его решения будет зависеть твоя жизнь. У него похитили других, как меня? Что? Darkness also illuminates? Что это, блядь, значит? Меч, топор, тесак. Что это за херня? Разгадка любой головоломки в ее фрагментах. Иногда нужно взглянуть на задачу совсем с иного ракурса. Надо найти труп и догадаться, чем его убили. В чем загадка-то? Пистолет хочу. Hello, darkness, my old friend. Что-то там.
ебаный морг. Морг в темноте, это так здорово. Это так на Silent Hill похоже. Вот какой-то кровавый след. Деталька. И чего? Непонятно. Надо что-то включить, видимо. Я нашел... А, блядь, предохранитель, ёб твою мать. Чтоб тебе черти драли. Вот. Что это такое? Пистолет. Блядь, я же сказал, пистолет хочу, надо было брать пистолет. Охуенные головоломки для детей, блядь. Опа, а чё ещё-то? Теперь съебаться надо, да? Куда этот псих ушёл? Нахер ты мне сдался? Я выход хочу найти. Впервые псих не на меня нападает, хотя он знает, что я ключ к выходу. Почему-то убегает. О, бинты. А вот эти бинты... А, бинты — это аптечка, которую нельзя брать. Как скажешь. То есть я должен был зачем-то его убить или что? В нем было что-то, что мне нужно или нет? Так, ну я не думаю, что костыль лучше, чем моя труба. Останусь при своей пушке. Я не знаю, зачем на каждом шагу валяются бинты, как будто дробовик может меня поранить, а не сразу снесет мне башку. О, тут вся игра про головоломочки, походу. Ну что ж, неплохо. Что из этого я должен включить? А это что? Хуй знает, как это, блядь, наугад собралось. Вестибюль закрыт. Блять, зачем мне гвозди? Я понять не могу. Чем мне с ними делать? Ай, блять, ладно, йогой занимайся. Хоп-хоп. Вот на Xbox я в кнопочках почему-то нормально ориентируюсь, не знаю почему. Почиркал, блять, зажигалку зачем-то. Я только что, по-моему, шприц израсходовал, да? Или мне показалось? С трубой. Сколько тут труб прям? Тут врагов столько нету, об которых эти трубы можно было бы испортить. Видимо, они поняли, что боевка — это их не самая сильная сторона игры. Блять, нет, они не поняли.
один из нас. Я должен это сделать. Я только что Федора Емельяненко, по-моему, избил. Он был очень похож. Я что-то не понял, с какой двери он должен выскочить, поэтому... Не успел его там запереть. Зато теперь я могу обыскать кухню, в которой ни хера нет. Не. Да ёб твою мать. Ну да. В таких запертых ящиках, кроме шприцов, вообще ничего, наверное, не валяется. В незакрытых гвозди, в закрытых, блин, шприцы. Нет бы пистолетные патроны какие-нибудь были, я не знаю. Но при этом было бы желательно не убивать там их, чтобы получить какую-нибудь хорошую концовку там, или я не знаю, что-нибудь такое. И надо было просто стрелять им в ноги там. Чтобы они не могли за то. Ох, блядь. Скажи, перед вами находится значок напарника, которого вы не смогли защитить. Он тут, потому что здесь также ключ, которым можно освободить свидетеля, которого вы решили не защищать. Вы помните ее имя, детектив? Свидетеля, которого он решил не защищать? Значок Синга, мне так жаль. Ключ от ее комнаты, это номер значка, что ли? Он заперто. Я так вижу, что сейчас драки начнутся. Пока да. О! Нет, снова взрывчатка. Минута. Минута на подумать. А как тут инвентарь открыть? РТ. Скажи, перед вами находится значок напарника. Ты ебанутый, что ли? Самое прикол, что я не успел рассмотреть цифры на этом значке, но мне кажется, что код связан. Именно с... Или нет? Причем тут, блядь, мой значок ебливый? И чё? Чё включилось? 579, пиздец. Может, надо было проявить чудеса наблюдательности? О, блядь! А это кто такой? Свинобатя. Ворвался свинобатя и вырубил шоколадного боксера. Да уж, Тайсон из тебя никудышный. Причем, по-моему, эта тёлка была. Со свиной головой. Он меня просто телепортнул сюда? Как мило. С его блядской стороны. Не убить меня нахуй, а просто сюда. Я бы и сам сюда пришел, по сути, потому что мне надо эту тёлку спасать. Но они как-то решили сделать, видимо, переходы какие-то логические по локации, чтобы не ходить взад-вперед. И придумали вот эту хуйню. До сих пор, да-да-да-да-да, живых никого. Аманда Янг стала первой известной жертвой конструктора, который удалось выжить. Да, Аманда Янг, это вот эта наркоманша и есть, которая там сидит сейчас. Он спас меня, такие слова сказала Аманда Янг. Аманда та еще манда. Было бы можно, я бы ее не стал спасать. Я ничего не сказала полиции, ни слова. Я знаю, что не сказал. Обещаю, я больше не буду. Ни наркотиков, ни резать себя, ничего. Знаю, что не будешь. Советский бронебойный телевизор. Еще предложить? Свою жизнь. Минчик. Минчик всегда, блядь, решает большинство вопросов. А ты не сориентировалась, что предложить, дура.
стильная музыка заиграла в этой операционной. Да, похоже на бабу из фильма. Обшторенная. Привет, Аманда. Ты меня помнишь? Я хочу сыграть в игру. Ты сказала нашему другу-детективу, что я спас тебя, но ты забыла свой урок. Ты повредила свое тело наркотиками и болью. Тебе легла спасет Take your жизнь. Pain! Каждый из вас получил дозу различных ядов, которые медленно разрушат ваши тела. Устройство перед вами содержит противоядие к каждому из них. Красные сосуды налево, синие направо. Но будьте осторожны, если неправильно смешанные антидоты вызовут некоторый дискомфорт. Борода, давай, я готов. Ты освободилась, отняв жизнь. Теперь же твое единственное спасение – доверие к постороннему. Живи или умри, Аманда. То есть, блять, какое доверие? Она вообще в конкурсе не участвует, все решает негроид. Давай, мистер Негрилка. Чем я управляю-то? А вот это. Нихуя не понял. Яд РТ. О боже, как больно! А, я понял. Теперь я понял. Нет, я не понял, блять, как эта хуйня работает, но... Теперь моя очередь, да? Дозюлю получать. Теперь ее. Отлично. Так, это сюда упадет. Это сюда упадет. Это моя хуйня. Даю, даю. Сюда. Так просто знай себе, жми по очереди. В чем прикол? Сюда, сюда. Красная. Давай же, скорее. Блять! Колбасит нас. Бля, просто надо жать по очереди, что ли? Я просто охуеваю от этой тупизны. Пусть она умрет, я-то чё? Это чьё конкурс? Ой, на нахуй. Кот Базилио. Мне сторонники разбоя, вся хуйня. То есть нельзя провафлить, да, и остаться без ее помощи, я должен обязательно всех спасти. Все, я понял. Так, первый я, да? Быстрее! Или она? Чинка-чинка-чинка, флоу. А, нет, первый я. Я просто не помню. Сейчас буду жать просто по очереди, да и все. Все, все, все. А, блядь. А, все верно. Прекрасно. Обалденно сложный конкурс. Теперь левый. Синий, в смысле. Ой. А вот и нет. Да ладно, ладно, живи. Все. Так, это сюда упадет. Там на время или нет? Это упадет сюда. Это упадет сюда. Это моя, по-моему, пилюлька. Так, теперь это упадет сюда. Это снова моя пилюлька. Это упадет сюда. Это ее пилюлька. Так, сейчас. Ага, ага. Ее пилюлька. Да, сюда. Моя пилюлька. Сколько еще надо-то? Да, моя пилюлька. Так, я готов. Сюда. Ее пилюлька. Так, сюда. Сюда. Ее пилюлька. Ну, очевидно, что мне больше не надо. Ю-ху! Прикольно. Прикольно сделано. Я такой аттракцион в парке видел. А чё за хуйня-то? Давай же, скорее. Да? Сюда. А чё, опять? Ах ты, блядь. Полуфинал. Сюда. 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 Что же моя? Боже, хватит, умоляю. Заткнись, нахуй. Животное.
Блять, за тебя, пидораска. Кто-нибудь остановите это! Ведрами в нее заливаю. Обосраться. Не, это интересно. Не сложненько. Быстрее! Еще она подгоняет, тварь такая. Отпусти. Прошу, отпусти меня. Кому ты говоришь, кого он когда отпускал? Баба, блядь. Дура баба. Все, я свободен. Гуляй, сучка. Ей же не долили. На ей похуй, ей и так пойдет. Все в порядке. Ты в порядке. Что ты сделал со мной? Что ты сделал? Я не он. Я не тот, кто... Ладно. Я в порядке, знаю. Слушай, нужно играть по его правилам. Я видела его. Я видела его. Кто он? Как он выглядит? Тебе только это и важно? Джон Крамер, ёпта. Я чуть не умерла. Мы все здесь из-за тебя, детектив. К черту все. Да. Странная политика наказания у этого конструктора. Из-за одного наказывать толпу людей. Поверить не могу, что я снова здесь. Ну что ж, я думаю, в принципе, хватит на этом. Дальше идти. Я прошла его испытание. Сейчас нужно быть осторожными. Смысла особого нет. Не то, чем кажется. Безумцы. Да, да, двери, не двери. У меня такое чувство, что весь сумасшедший дом в ловушках. Играй по правилам, и оба выберемся. Он наблюдает. В принципе... Ты решила одну его ловушку. Как ты смогла? Да не, блядь, заткнуться сегодня или нет? Потому он снова меня сюда и притащил. Я... Да еще с копом поганым. Ну надо же. На всякий случай говорю. Здесь всем заправляет конструктор. И я не дам. Ну так вот, в принципе, игра неплохая. Возможно, это лучшая игра от этого разработчика. Единственное, что оптимизации нету, блять. Все лагает, как говно ссаное. Но... При этом, в принципе, тамада прикольные, конкурсы, как говорится, интересные. А, плюс боевка дерьмища ебаная, потому что, ну, абсолютно конченая. Ну что это такое, блять, за анимацию ударов? Что это... Это что, блядь, это удар? Это еще быстрый удар. Вот, блядь, папский удар, как тут. Вот он, блядь. А вот так мы блок полчаса ставим. При этом есть парирование вот при такой скорости постановки блока. В общем, не знаю, короче, игра как для 2009 года, ну, наверное, неплохая. Если в те времена у кого-то, блядь, компьютер это все мог потянуть, потому что сейчас даже, игры FPS проседает нереально. Но, с другой стороны, запись идет. Но, с другой стороны, игра 2009 года, текстуры, мальцо и так далее. В общем, не знаю, я бы поставил где-нибудь, наверное, этой игре 7 из 10 за загадочки, которые, я думаю, дальше, правда, будут повторяться, скорее всего. В конце сюжет, скорее всего, негр помрет, потому что, ну, это пила. То есть, это знать надо. Ну, в общем, короче, пишите, как вам. Ну, вообще, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и все такое.